Всем добрый вечерочек. Мамочка, пока я 2 дня работала, умудрилась сделать вот грядку целиком. Выкопала оттуда эти цветы. Сейчас мы их посадим. Вот это девочки мне кустик подарили. Спасибо, мои хорошие. Смотрите, зелененькие листики. Это гортензия. Сломала мама. Гортензию сломала. Но ничего страшного, я все равно ее маленько подчекрыжу. Вот. Лилии выдернула лилейники. Сейчас мы сделаем красиво это вот. Красиво посадим их здесь. А здесь не знаю, что. Капусту, что ли? Я не знаю. В общем, еще клубники, земляники много. Но вроде больше не хотим. Ее много и так, 2-3 грядки. О, Господи. Вот она. Пошла. Пошла, родимая. Вроде... Ой, она даже сюда цветы понатыркивала. Так, ладно, сейчас разберемся. Сделаю пока здесь. Ну вот. Посадила розы. Одну с парника. Одна куплена. А ты откуда розы взяла? Вот эти еще 2. Какие? Вот они. Одна, которая прикопана в парнике была. Вот, а вторая. А у тебя в парнике не одна. У нас еще вон роз сколько в теплице. Я знаю. А куда их будем сажать? Найдем место. Вон там у меня умерли. Пока так. Лилейники еще. Место будем вот тут делать лилейником. А я думаю, лилейники к началу вот это, туда. Мне кажется, вот тут не розы. А что это? Уже. Похож очень сильно на шиповник, да. Так и вот тот шиповник уже, колючка. Тот, да. Который тот? Да. Тоже уже шиповник. Ну, видишь, по листикам-то. Да. Уже шиповничьи листики-то. Ага. И этот шиповник уже пошел, видишь, он. Может, не шиповник. Но они колючие до безумия колючки-малючки. Выкопать и высадить. Выкопать, туда. Да, действительно. И туда вон посадить. Только как мы выкапывать будем, он тяжелючий. А что сюда? Ну, здесь розарий сделать из других роз. Вот это выкопать и выкинуть. Мансурики эти, как они? Да. Мускарики. Не знаю, кто это. Это мускарики. Цветут красиво, а потом вот эта листва меня убивает просто. Ага. Просто убивает. Клематис придется убирать тоже отсюда. Господи. Ладно, с Божьей помощью сделаю. Да, мам? Филя, ты один, а где этот рыжик? Где друг твой? Хотел сказать, вон там Ксюша сидит. Я ее уже нацеловала, нагладила. Только ел, ушел. А это почки не хотел. Давала это, не стал. Короче, 3 раза он меня призвал. Так может, мы вот сюда лилейник посадим? Здесь ирисы. Вот это выкорчевать. И вот сюда посадить. А это выкинуть прочь. Она для альпийской горки, а не для баллона. Кто да, вот это? Да, посадить вот как лилейник. Смотри, он как хорошо занялся, смотри. Лилейник, да. Да. И сюда лилейник еще один посадить. И вот этот лилейник вроде как хорошо тоже пошел. Или это не лилейник? Вот эти палки ужасные. Вот эти вот. Мне они вообще не нравятся, вот эти бабушкины. Цветочки бабулькины. Вот эти пошли. Вот здесь, по-моему, вообще все промерзло. Уже тут нет ничего. Вот тут вот. Здесь красненькие эти, по-моему. В общем, по-моему, вот в этих баллонах умерло все. Это ирисы. Кошмар. Стежка. Стежечка.
Ты главный герой тут. Мимо тебя никак не пройти, мой сладкий. Сопли уже потекли, все холодно. Клубничка. Ой, господи. 2 дня прошло, хорошо занялась она все. Он даже цветочки пораспустила. Единственное, что сухо, а очень холодно. Очень холодно на улице, поэтому поливать точно ничего не будем. Все. Всем пока. Мы пошли домой. Вот эта плетистая, надо ее сделать ей арку. И все равно еще вот. Так на морковку еще накрутить надо эти шарики. Ты капусту хотела же. Никто не просит капусту. Не. Ну и что, выкинуть надо из теплицы. Жалко. Пошли, мама, холодно. 4 дня. Вроде как. Деревню? Как скажешь. Потом все здесь. Филя, пойдем домой, сынок. Холодно, однако. Что-то мне даже в этом холодно. В кофте, флиски. Вот эти уже сажать надо, уже вон они. Ху-ху-ху. Надо, чтобы кто-то отвез, а кто-то привез. Чтобы... Понятное дело. Красота, сердце радуется. Такие грядочки красивые. Все, всем пока.